Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Биндаванам Манохар Ванша Калпатару Ващаки Пасинду Бевачу Патитанам Павуне Бхавайшнаве Бхё Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайта Гирим Ятки Патамахан Ванди Парамананда Мадама Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шнабхакти Паде Деви Сваттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сварасватин Весам Тату Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катупадеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакча Джагодбарайна Дейям Сада Парибабагнам Авишчадухам Титхаспадам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ят-пада-паллава-чакан-ят-пада-паллава-накачан-намани-чатая Бисфуриджитакимапи-габава-душва-дарши Пурна-нурагра-са-сагра-сагра-мурти Сарадхи-камай-кадан-кивам-каруш Сри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Аджану ламбита бхужау канука бодато, Санкетаной кавитару камала ятакшо, Вишамбару дижавару джугадхарма пало, Банде ягат приякару, каруна бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасиниттам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калафам Гаури Нирантара Бибужи Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшми Риджаса Чавакшаси Джасасти Де Самбихит
Твам Нисингамахам Бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Наям жаноме сукхадукчхето, но деватма грохкармакала, манаха парам каранам аманти, сансар чакрам парибартаедят. Наям жаноме сукхадукчхето, но деватма грохкармакала. Манаха парам каранам аманти, сансар чакрам парибартаедят. Гаудия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад Джагадгуру told. Гаудия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад сказал, что никто не может причинить нам никакого вреда. Это ложная концепция. Люди думают, что кто-то вредит мне. Но Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Джагадгуру сказал, что никто не может причинить нам никакого вреда, только наши плоды кармы они могут показать нам такой результат сейчас. Но это не так. Кто может принести вред нам? Это невозможно. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад говорит, что мы никогда не сможем стать счастливыми до тех пор, пока наше сердце не придет в гармонию с Гуру и Вайшнавами. А когда это произойдет? А тогда, когда желания наши и желания Верховного Господа будут в гармонии. И в этом случае только тогда и тогда мы можем стать по-настоящему счастливыми. Мы можем, конечно, пытаться стать счастливыми, как-то пытаться наслаждаться, все это сохранять, но это невозможно. Та шлока, с которой я начал, она из пятой части Бхагавата, из пятой главы. И вот все люди вокруг меня, они, я не могу сказать, что они ответственны за мои страдания. Какое счастье я обретаю, только страдания, и никто не ответственен за это. Мы все получаем свою собственную карму, плоды своей кармы. Полубоги тоже они что-то делают, но все это в соответствии с нашей кармой. Иногда кто-то говорит, что положение звезд очень плохо, но в Шримад Бхагават Махапуране говорится. Грахи, эти звезды, планеты, они и время, все это движется. А что такое время? Каково наше представление о времени? Время — это не что иное, как движение. Все осознанно или неосознанно, все движется. Очень медленно или быстро, все движется.
И Эйнштейн такие слова сказал, что время – ничто иное, это движение. Даже здание, в котором мы живем, оно все движется. А куда движется? В сторону разрушения. И наше тело тоже, оно меняется, метаболизм происходит, и все это движется по направлению к смерти. И вот наш ум обусловленный ум – это причина всему. Он ответственен за все. И из-за этой причины, из-за нашего обусловленного ума, из-за материального ума, он нам приносит одни проблемы. И из-за этой причины я скитаюсь по этим 14 мирам. Имеется в виду обладатель такого обусловленного ума. И в Читании Читамрити говорится, что такие души иногда рождаются в теле царя, иногда в теле нищего. И так они скитаются по всем этим 14 мирам. И из 11 песни я приводил такой стих, то, что любой баджан, который мы совершаем, и если мы не сможем контролировать свой ум, то вы будете неуспешны без контроля ума. Этот материальный ум, он причина наших страданий, нашей обусловленности, и кто же ответственен за это, в этом вопрос? Кто же ответственен за нашу обусловленность? Никто, только мы сами. И обусловленная душа, согласно своей прежней карме, она скитается по всем мирам, но все же Верховный Господь делает все. Он снисходит в этот материальный мир в форме шастры, саду, в различных формах. Чтобы помочь избавиться нам от нашей обусловленности и вернуться назад домой к Богу, в Шримад-Бхагаватам Махапуране, в 10-й песне, я говорил раньше, Я вот приводил примеры с этими жестокими охотниками. Никто, кроме таких же жестоких людей, кто не хочет говорить о Бхагавате, это невозможно. Верховный Господь настолько милостив, настолько прекрасен в различных формах. Он снисходит к нам, чтобы мы смогли обрести шанс избавиться от этих проблем. И поэтому Бхагаван так сделал все. И те, кто хотят избавиться от этих, те, кто превзошли материальное наслаждение, те, кто развил отречение, как Парикшит Махарадж, он был пресыщен. Но это должно исходить из сердца, а не из сердца должно исходить, а не из ума.
Нет никакого эффективного лекарства, как говорить и слушать о Верховном Господе. Нет ничего, чтобы могло сравниться с темами о Верховном Господе. Это запросто поможет нам избавиться от материальной обусловленности и осознать это все. Но главное, я много раз говорил об этом, так или иначе, мы не можем избежать асатсанги. Осознанно или неосознанно, мы совершаем асатсангу, из-за этого эти все проблемы. И вчера я говорил об этой шлоке, можете вспомнить. Та шлока, с которой я начал. Кто приходит в этот материальный мир? Только обусловленные души. Поскольку без грубого тела мы не можем страдать без грубого тела. Чтобы понять, что такое материальное наслаждение и страдание, нам нужно это грубое тело. И чистые гуру вайшнавы, они также приходят, они вечно свободны, они тоже рождаются, но их рождение и наше рождение — это разные вещи. И вот обусловленные души, они вынуждены прийти в этот материальный мир, они страдают и наслаждаются, и получают эти все... В общем, получают все страдания или наслаждения в этом грубом теле. И вчера я говорил... О Господь, те, кто отвернулись от Тебя, те, кто не заинтересованы в Тебе, Ты изначальная причина всех причин. Говинда Мади Пурушам Тамагам Баджами. Ты изначальная причина всех причин, Верховный Господь. И, и люди хотят избежать его, не хотят ничего слушать, а оскорбляют его, и вот такая ситуация. И вот в этой шлоке говорится, «Ихо» значит в этом материальном мире, «Ихо» значит здесь. «Деви Махеш». И вот эта шлока из Брахма Самхиты. Это Деви Дхама. Этот материальный мир, он полон материальных наслаждений. Есть Шабда Спарша Рупа Гандха. Все вот Шабда — это прикосновение. Шабда – это звук, спарша – прикосновение, рупа – красота, рос – это раса, все хотят вот наслаждаться вот запахом, обаянием и всеми другими органами чувств. И все дживатмы, они стремятся к этому. Иногда они чувствуют что-то, что это нехорошо, то, что они делают, но это склонность к наслаждению, она непреодолима для них. И они поэтому стремятся к этим наслаждениям. Можно видеть зимой, ну, диско зимой имеется в виду, насекомые появляются, которые в большом количестве летят в огонь. Они привлечены красотой, светом огня. И вот они привлечены этой красотой рупа и не могут остановиться, чтобы не влететь в этот огонь. И вот такое их состояние. Они летят в огонь и сгорают там. И все дживатмы также, они
буквально опьянены, кто-то вот вино опьянен, кто-то ганжой какой-то, кто-то наркотиками какими-то, кто-то женщинами, и вот кто-то деньгами, положением, уважением, и даже саду можно видеть, что кто-то опьянен тем, чтобы собрать побольше славы, почести, уважения. И вот все в той или иной степени вот подвержены этому. Бхакти – это тоже она подобна такой интоксикации, но это прекрасное. И здоровое – это нектар, а все остальное – это яд. И вначале, когда человек испытывает эти наслаждения, он радуется, но в конце последствия очень плохие. И вот те, кто приходит в этот материальный мир, те, кто отвернулись от Верховного Господа, они только и приходят в этот материальный мир, а те саду Гуру Вайшнавы, они приходят согласно желанию Верховного Господа, они согласно желанию Майи. Майя ничто не сможет сделать им. Сам Шри, вот слово самсара значит, что ее нет в духовном мире. Это атрибут. Это материальная самсара, это то, куда помещены эти обусловленные души, там, где они находятся. Это один... Самсара нет джива в сварупе джива, это внешнее. А почему? Поскольку Атмавасту, она не заинтересована в материальных страданиях и наслаждениях. И вот они находятся в невежестве, и поэтому заняты этим. И вот их знания, я уже сказал вчера и в предыдущие дни также говорил, что Атма – это Гьяна Мой Васту. Атма – душа – это Чин Мой Васту, Гьяна Мой Васту. Но она покрыта, и те саду, гуру и вайшнавы, шастры, они могут помочь нам открыть, вспомнить. И это причина, по которой они скитаются, иначе нет никакой причины, почему мы страдаем, скитаемся по этим мирам. Сам Шри значит... То, что они идут в самсару, как если я вот иногда говорил, что я иду в Майяпур. Это вечное место, но когда кто-то говорит, что я еду в Бомбей или еще куда-то, то тогда вы идете или едете туда, перемещаетесь так или иначе. И это значит, что это не ваше вечное место, вы просто там туда едете и возвращаетесь. Иначе вот слово «гом» значит, что мы куда-то идем, перемещаемся. Но это не наше вечное место, мы просто туда на какое-то время. И эти обусловленные души, они идут самсару, на какое-то время находятся там, а какова причина, почему они там находятся? Потому что они вынуждены страдать ради из-за их прежних действий, своей кармы, и поэтому они вот страдают. И если не было бы грубого тела, они не смогли бы страдать. Вот грубое тело и тонкое тело, все это материально. Какие-то преданные с Италии вот спросили меня,
Я отдельно отвечу не здесь, но так, затрону этот вопрос. И вот они спрашивают, разница между папом и греховной деятельностью и оскорблением. Вы должны знать, что такое папа, что такое апарадха, то есть грех и оскорбление — это разные вещи. Когда и как вы должны страдать, как избавиться от апарадхи. Мы должны быть очень осторожны, и поэтому говорится, те, кто совершают Кришна Бхаджан, они очень хитры, что они могут спасти себя везде и всегда, без всякого этого, без всякой хитрости. Это, то есть умны не значит хитрые, то есть они умны, что могут понять Татва Вигьяну, могут понять, что делать, когда делать, как избежать оскорблений и прочего. У них такое есть такое четкое представление, поскольку Дадами Бхути Йогам Бхагаван, когда мы по-настоящему заинтересованы в Хари Бхаджане, то мы можем получить божественную помощь. И вот и в форме Чайтья-гуру. Чайтья-гуру значит Бхагаван в форме Чайтья-гуру, он пребывает внутри. И если наше желание практически совпадает с желанием Господа, то это Чайтья-гуру вдохновляет нас. Без вдохновения Чайтья-гуру мы не можем ничего сделать. Чайтья-гуру играет очень важную роль. Чайтья-гуру, без помощи Чайтья-гуру мы можем вроде слушать Харикатху много, но без помощи Чайтья-гуру осознать это не сможем. И поэтому Чайтья-гуру должен быть благосклонен к нам всегда. Если мы наслаждаемся милостью гуру и вайшнавов, то тогда автоматически Чайтья-гуру, он смотрит на нас и делает все благоприятное для нас. И вот, если мы действительно увеличиваем нашу отреченность от всего материального, это наилучшее лекарство, которое предписано всеми шастрами. Я уже говорил, Парикшит Махарадж спросил Шукадева Госвами: «О царь, те, кто хотят избавиться от этих проблем, всех материальных проблем, для них предписано всеми шастрами, всеми саду, гуру, вайшнавами, то, что Харир Наману Киртанам, то, что мы должны совершать Хари Киртанам, Хари Киртан, Ану Киртан. Ану Киртанам значит под руководством гуру и вайшнавов, Ану значит Анугатия. Оно также значит беспрерывно. И когда Парикшит Махарадж спросил этот вопрос, то когда наша смерть неизбежна, когда наша смерть неизбежна, никто не может остановить ее. Это наша смерть. Она должна случиться в этом случае. Какова же садхана, которая поможет нам великим образом? И, пожалуйста, дай мне совет, что мне делать? И в этом случае Шукадев Госвами, он сказал: если ты хочешь избавиться от всего страха, от всех страхов, с которыми ты встречаешься, ты должен избегать всех, и чтобы избегать всех проблем, ты должен совершать Хари Киртан
под руководством чистых гуру Вайшнава. И вот смотрите, Рай Рамананда Самвад. Это тоже один из видов тактики, техники, которая принята Бхагаваном. Этот Рамананда Самвад, это прасанга, это тема Рай Рамананды, это уникальная процедура проповеди. И вот смотрите, во всем мире те вайшнавы, кто не знает о Рай Рамананде, может, детали они не знают, но, по крайней мере, слышали о Рай Рамананде и Махапрабху. И вот, несомненно, это была уникальная техника, которую Махапрабху принял и использовал, что он мог дать нам такую тему, такую беседу, чтобы мы обсуждали ее и обретали благо. И поэтому Бхагаван, он начал обсуждать сначала до конца, и несколько дней назад я также говорил то, что все закончено, если вы делаете все для Верховного Господа, это все полное целое. И вот я несколько дней назад говорил об этом, можно вспомнить. Подобно тому, как вы даете, поливаете корень дерева, не ветки, а именно корень. И также, когда вы едите ртом, а не чем-то еще. Какова процедура, что же делать? Если мы едим, нужно вот ртом есть именно. И тогда все тело будет насыщено. Это то, что организовал Верховный Господь. Хотя Верховный Господь, он не ограничен тем, чтобы есть только ртом. Он может есть глазами и всем чем угодно. Любым органом чувств он может это делать, его все органы чувств, они взаимозаменяемы и могут исполнять обязанности других, как он может слышать ушами, глазами, например, и прочим, как... Сакалендрия Виттиманти, Пашанти Панти, Караянти, Чирам Джаганти, в Брахмасамхите есть такой стих, Верховный Господь всеми своими органами чувств, всем, он завершенный, он полностью совершенный. Я уже говорил, что малейшая частица Вайкунтхи, она более важна, чем сумма всех бесчисленных материальных миров. Это более значимо, поскольку это позитивно, а весь материальный мир, он негативен. Наша жизнь, все, что у нас есть, это все негативно, если мы не применяем это в служении Гуру, Вайшнавам и Бхагавану. Все это бесполезно. Если мы не используем это для служения Верховному Господу. И поэтому я сказал, даже пылинка с Галока Вриндавана или с Вайкунхи, она более ценна, чем сумма всех бесчисленных материальных миров. Попытайтесь понять это. И вот мы не можем сравнить наши действия с действиями Верховного Господа. Что Верховный Господь может сделать для нас, это невозможно, но мы обусловленные души. Когда кто-то говорит, и я вот могу ответить. Yeah.
Нужно избавиться от всех сомнений. У нас не должно быть никаких сомнений о лиле Верховного Господа. Почему Бхагаван делает, совершает ту или иную лилу? Все наши эти неверные представления. Мы должны избавиться от них. Of the small fingertips. So you cannot, I can give you 5 kg stone. Only 5 kg stone I can give to your head, and you will have to take it continuously in same pose. For at least 1 hour, you saw me. Какие-то люди, они пытаются подражать Верховному Господу, но это глупо. Если вот вспомнить, как Бхагаван совершал Расалилу, и кто-то думает, что тоже могут совершать Расалилу, но это не так просто. Если вспомнить, что Бхагаван, он поднял Гавардхана, если кого-то, а если такого имитатора попробовать попросить подержать хотя бы 5-килограммовый камень на одном пальце в течение хотя бы часа, то никто не сможет. А подражать Бхагавану все как-то пытаются. И вот таким образом кто-то вот злоупотребляет лилами Бхагавана. Когда Шанкар Бхагаван, он выпил яд, который образовался в процессе пахтания Кхирасагара. И вот яд, когда этот образовался, даже несколько капель, которые упали на землю, из них родились все ядовитые эти существа. Хотя Шанкар Бхагаван выпил весь яд и вот он взял эту пригоршню яда и выпил, и так или иначе пару капли капнуло, и этот яд очень был ядовит. Но Шанкар Бхагаван мог выпить этот яд и переварить его, поскольку силы своего баджана, по милости Верховного Господа, он мог сделать это, но если мы... Ну, для нас даже капля опасна, не то что капля, даже запах этой капли, почему бы нам это не понять, если кто-то сравнивает себя с Господом, но забывает такие простые вещи, и таким образом любой орган чувств Верховного Господа, он может делать все функции других, а наши нет. Они используются по назначению. Глаза только видят, уши только слышат, и рот только ест. И язык, он вкушает вкус. И прочие все делают одно только. Глаза вот только видят, уши только слышат. But not here, anywhere else. И вот таким образом, когда мы едим, нужно есть именно ртом, и тогда все органы чувств, они насытятся. Все, что мы даем, едим, все мы должны предлагать Верховному Господу, и тогда вся наша карма закончится. Но это очень просто говорить. Но следовать этому, это гораздо сложнее. У нас нет такого четкого представления, я уже говорил, что мы не знаем ничего о дхарме, в то время как Бхагаван Шри Кришна говорит, кто может знать меня, кто может понять то, что я говорю, кто может осознать меня и мое положение.
И вот такой Махатма, он Судурлабха, очень и очень редок. Кто может осознать, что мой Иштадев, поклоняемый Господь, он везде. Когда вы думаете о Верховном Господе, когда вы видите Верховного Господа, то тогда Бхагаван говорит: я беру ответственность за того преданного, который всегда размышляет обо мне. Тот, кто всегда думает обо мне. Для него я беру всю ответственность на себя за него. Йогакшем значит то, что им нужно, я предоставлю все это, а то, что у них есть, я буду защищать это все, чтобы никто не принес никакого вреда йогакшем. Но если кто-то будет хитрить с Господом, то это плохо. Хотя кто-то может сказать, что Верховный Господь уже сказал, вот что-то я могу тоже сделать. И вот когда вы обретаете связь с Верховным Господом, что случится? Никто не может сказать, только те, у кого есть практический опыт, прямой опыт. Я уже поэтому вчера сказал. Те, у кого нет такого чувства, и вот Шрила Прабхупад говорит, без Бхагавад Авеша никто не может действовать как ачарья. Никто не может говорить Харикатху без Бхагавад Авеша. Это подобно такому вдохновению, индукции, вот такое, как влиянию чего-то свыше. Я уже приводил пример, что если взять железо, оно обычно черное, если его поместить в огонь, то вскоре мы обнаружим, что цвет железа стал подобен цвету расплавленного золота, хотя до этого было какое-то черное железо. И Туласидас такой же пример приводит. И вот Туласидас, он приводит пример угля. Уголь тоже черный, как железо. Этот уголь может принять форму расплавленного золота, если окажется в огне, такого же цвета будет. Но если это железо или уголь вытащить из огня, поместить снаружи, то можно видеть, они опять вернутся к своему изначальному цвету. И вот Сиддханта в том, что до тех пор, пока мы находимся в связи с Верховным Господом, совершаем Шраваном, Киртаном, Вишнусмараном, Падасеваном или любое из девятисложного бхакти, и если мы сможем обрести связь с Верховным Господом, то тогда все время мы будем чувствовать такую индукцию, такую как влияние свыше, как влияние Верховного Господа. Махарадж приводит пример с индукцией, как это закон Фарадея. И вот эта индукция должна быть. Если нет индукции, то его знания, речь, действия, как ачарьи, все это бесполезно. И вот до тех пор, пока мы находимся в связи с Верховным Господом, с Гуру и Вайшнавами, мы можем чувствовать такой великий успех, поскольку
какая-то сила, она поддерживает нас, а как только мы теряем связь с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, мы становимся бесполезными и теряем свою силу. Обусловленная душа, она настолько слаба, что если она не находится в связи с Гуру Вайшнавами непрерывно, как только она теряет связь с ними, она чувствует слабость. И это таково правило, что мы должны всегда находиться в соприкосновении с саду Гуру Вайшнавами. Я несколько дней назад уже говорил. О, Арджун, если их удача велика, то все эти вот четыре категории людей, дживатм, они могут совершать баджан. Если у них достаточно сукрити, то тогда они могут совершать баджан. И что же это за четыре категории? Вот Махарадж на санскрите перечисляет их. Bharata, Rishabha, Rishabha means Sestho. Rishabha значит лучший, Bharat. Bharat means, you know, Bharata, Rishabha, you know. Why? But Arjun, actually those who are having some Arjun, те, кто... background, these four categories. Ну, в общем, вот эти Гаджендра — это Артха. Но кто-то нуждался в чем-то, Арджуна, Джигьясу, тот, кто интересовался, задал вопросы, Парикшит Махарадж тоже, он вопрошал. Понимаете? И вот таким образом различные эти категории людей могут совершать баджан, но если они не совершают баджан с какой-то великой целью, чтобы удовлетворить Верховного Господа, то они вроде совершают баджан, но для чего они совершают баджан? Для того, чтобы Верховный Господь был доволен. Гьяна, еще какие-то гьяна-бхакты есть, они, их можно разделить на несколько частей. Те, кто имеют знания о безличном брахмане, и те, кто имеют знания о материальном теле, связанным с ним вещами, и те, кто не имеют знания, но не думают, что имеют знания, это тама. И другое знание это бхакти-гьяна. Это Верховный Господь, олицетворенный Брахман. И у нас есть наши обязанности, поскольку мы сошли из Верховного Господа, у нас есть обязанности. И я об этом завтра буду говорить. И таким образом, есть категории людей, которые пытаются совершать баджан. И несколько дней я говорил о том, что такое дхарма, что такое адхарма. Я отвечал на эти вопросы, и в Бхагават Махапуране мы можем видеть то, что Ямарадж, он отвечает сам, Ямарадж. Бхагаван, Верховный Господь, дхарма, санатан дхарма, она вечна, Бхагава дхарма, и Ямарадж говорит, кто дал нам эту дхарму? Дхармам ту сакшат Бхагават пранитам. Сакшат Суприм Лорд in the form of Сам Верховный Господь в форме дхармы снизошел к нам, но мы не можем осознать изначальная причина всей дхармы — это Вишну. И поэтому Камса решил
убить гопов, гомат, то, гомат всех коров, не имеется в виду не тех, тех, не всех коров, а тех изначальных индийских коров, суравки. Вот их он хотел убить. Другие коров он не трогал. И вот в 4 главе, в 4 песне Бхагавата можно найти, там Камса, Агасуры, прочие демоны, они сидят в своем там, кабинете и думают, что делать. И вот Камса и остальные, они решили, что Вишну причина всего, что тут Вишну делает. И Вишну живет в браманах, вайшнавах, коровах, тех. И вот решили убить их всех. В общем, решили они Вишну убить, что с завтрашнего дня наше решение, что мы начнем сражаться с Вишну таким образом, поскольку Вишну живет там, там и там, и поэтому их, их убить они решили. Дарма Муламхи Вишну, коренная причина всех дармы. Они не знали основы дармы, но так или иначе все это связано с Вишну. И вот, как я уже сказал, то, что те, кто признают или не признают, не столь важно, но все дживатмы, они вайшнавы. Действительно так, Гурупад Падма говорил, все дживы, они вайшнавы, поскольку они изошли из Вишну. Они могут признать это или не признать, но так и есть, поскольку изначально все вайшнавы. Кто-то говорит, что они мусульмане, христиане, но это такое внешнее временное, временное явление, не вечное. Вот слово «хинду» — это слово, оно тоже нехорошо. Шрила Бхактивинода Тхакура не... Он описывает, и кто-то говорит, что на берегу реки Синду, ну вот, что на берегу этой реки начала развиваться какая-то культура, цивилизация, ее хинду назвали. А кто-то говорит, что Гималаи, там, где Гималаи на севере, а на юге этот Биндусарова, и вот хи, значит, Хималай, первое хи от слова Гималаи. Би второй слог в названии Бинду Саровара. И вот, ну, в общем, откуда слово «хинду» произошло, непонятно. Но Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, есть различные идеи об этом, но так или иначе, про дхарму я уже сказал. Дхарма мулам, то, что суть, корень дхармы – это Вишну. И вчера я также говорил, что так или иначе все общество может говорить, что вы делаете все неправильно, оскорбляете кого-то и прочее, прочее. Могут орать, что это нелегально, но если мы находимся на пути бхакти, если мы что-то делаем для Джаганатха, Верховного Господа, то нет ничего неправильного. И все, что мы делаем, если мы делаем это с целью удовлетворить Верховного Господа, то тогда нет ничего неправильного.
пускай люди гавкают, как собаки, это их дело. Мы не заинтересованы в этом. На хинди есть, ну вот во Вриндаване говорят, что есть. И вот на хинди есть такая пословица, на русскую похоже, что как моська лает на слона. И вот в Индии можно видеть, если слон идет по улице на базаре каком-то, то все собаки начинают гавкать на него. А какое дело слону на это гавканье собак? И вот во Вриндаване такая такая пословица даже есть, что когда слон по базару идет, то все собаки считают своим долгом погавкать на этого слона. И вот чистые Гуру Вишнава, они никогда не обижаются, если кто-то возмущается чем-то. Чистые Гуру Вишнава, они подобны львам. Они могут говорить, как львы, с такой силой. А кто дал им эту такую силу? Баладев. Баладев же Махарадж. Вся сила исходит из Баладева. Я уже сказал, что проповедь — это не шутки. Кто-то думает, что слишком умен, может много запомнить. Тут у кого-то ораторское искусство есть, но нет, это не качество проповедника. Главное качество проповедника — то, что он говорит то, что услышал от Гуру Варги, он может услышать, осознать это и проповедовать другим. Я уже говорил, без поддержки чатья Гуру мы не можем ничего сделать, даже переварить то, что услышали. И чатья Гуру, он всегда ведет нас, те, кто по-настоящему заинтересованы в баджане. Если они почувствуют, если они на 100% искренне, они почувствуют какую-то силу, которая исходит изнутри. Я вот не знаю, кто меня вдохновляет, но я не говорю никакой ложной философии. Вы не знаете, в каком состоянии я находился во Вриндаване без копейки. И если вы узнаете, в какой ситуации я находился, вы будете плакать. Но я специально так жил, что страдал специально, чтобы привыкнуть. Поскольку моя цель, она определена, я постепенно двигаюсь. Что делать, куда идти, я завишу от воли Верховного Господа. Я не могу спорить с кем-то. И не споря ни с кем, не давя ни на кого, я вот зависел от воли Верховного Господа. Я ждал возможности совершить служение. Я написал письмо Шриле Шанти Госвами Махараджу. Гуру Махараджа не было тогда, он уже ушел. И вот с таким тяжелым сердцем я написал, что я хотел совершить много служений, но никто не позволяет мне служить Шриле Прабхупаде. Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж, он хотел так много дать мне, но я сказал, вы даете мне севу. Я очень счастлив, но ваш Гуру Махарадж был занят этим служением, ну, имеется в виду publication сева. Но я не знаю почему, но Гуру Махарадж в пожилом возрасте, он тренировал меня, как редактировать книги, как делать то, как все, как понять седанту, где понять, где неправильный седанта. Вот в пожилом возрасте он тоже делал это, и он занимал меня. И вот без желания Гуру Падмы, кто я? Без желания Гуру Махараджа, кто такой я, чтобы кто я, чтобы говорить харикатху или что-то писать, это невозможно. Я не могу представить. Я уже вчера сказал, что по желанию всех вайшнавов
Гуру Махарадж и все другие гуру Вайшнавы. И действительно, я сидя на Вьясасане говорю по их желанию, по их могуществу. Я делаю это не, мое, не моя сила. Для той проповеди, которая происходит, я не трачу ни копейки денег, но будьте уверены, все пранами, все пожертвования, которые приходили ко мне в течение всей жизни, все, даже 5-10 или там 15 рупий, я печатал книги на них, я был занят вот печатанием книг. Так много книг, я думал, что толку спорить с кем-то. Мой Гуру Махарадж совершал эту севу и вот дал мне, дал, и наставил меня, чтобы я продолжал эту севу, только вот publication севу. Если... И Махарадж 12 часов в день, а то и больше этим занимался, в остальное время повторял харинам. И вот день и ночь он занимался этим. Вдохновение, кто дал на это? Гурудев дал вдохновение. И даже сейчас для совершенной севы, даже если 5 рупий кто-то дает, а, и точнее, если мы не теряем 5 рупий, то недоволен. И сейчас вот Махарадж занимается только этой публикой, Ванисевой, публикейшн-севой, изданием книг, статей и прочей харикатхи. Вот Махарадж за последние лет 10, он 55 книг издал, по-моему, или 60 даже. И вот, когда он был в Дели, в Рукмапрессе, он там печатал за один раз, не печатал, а еще ж надо написать, собрать, редактировать, проверить, перепроверить, в типографию сходить, то сделать, все сделать. И вот одновременно Махарадж там 5 книг, по-моему, делал, или больше даже. Но по милости Гурудева все возможно, это не моя сила. Харикатха это моя харикатха, это лучшее служение Гуру Падпадме и Гуру Враги, не что иное. И вот таким образом различные концепции, идеи, представления происходят. Проповедь это не шутки. Должно быть авеш индакшн. Если нет Бхагават авеша, я не могу говорить. То есть, если нет вдохновения, я не могу говорить. У вас есть уже свидетельство, что если я теряю связь с Верховным Господом, я чувствую, что я как рыба без воды. Что случается, я не знаю, но так или иначе, если случается, то больше я не могу говорить. Если связь теряется, то я чувствую себя неудобно. У вас есть уже свидетельство этому. И вот смотрите, непрерывно у нас должны быть честные усилия, и тогда мы поймем подлинное значение дхармы. Иначе, как другие люди, можно следовать как-то слепо, но это неправильно. И таким образом Ямарадж Махарадж объясняет нам. Я уже сказал, дхарма мулам хи вишну. Корень дхармы – это вишну. И вот Камса хотел убить этого вишну. А основа дхармы – что такое дхарма? Это ягья, жертвоприношение, которую совершают брахманы, вайшнавы. И вот этот Камса сказал, прекратить это все, и тогда Вишну помрет. Но это глупо. Вишну, он вездесущий, Верховный Господь, он адхокша живасту, кто же его убьет. Мы стремимся в сторону смерти. Почувствуйте это. Если вы это почувствуете, я прошу вас, если вы почувствуете, что и каждый момент вы будете чувствовать то, что мы стремимся к смерти, что смерть неизбежна, что
у меня нет желания тратить свое время, поскольку я чувствую, что я приближаюсь к смерти. И как тогда с этим чувством я могу терять время? Вот я, например, для саньяси или для брахмачари максимум 4 часа, ну, 4,5 максимум на сон отводится, и иногда там может быть как-то недосып какой-то, то может там еще полчаса полежать. Это такое на английском это power snap называется такое. Ну, поспать, чтобы энергия наполнится немного, минут там 15-20. И таким образом они все используют всю энергию, силу, власть, все, что есть для Гуру Вайшнава Бхагавана из Севы. И если мы хотим стать успешными в этой жизни, то под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху, какой вид самопредания Шри Чайтаньи Махапрабху, Верховный Господь, Он показывает источник самопредания, это Шри Чайтаньи Махапрабху. А Рай Рамананда, Он олицетворение Тринадапи, и Шрила Бхактивинода Тхакура, и Шрила Пури Госвами Махараджа, и также олицетворение Тринадапи, это их настроение. И таким образом мы должны, если мы хотим стать успешными, я обещаю вам, сидя в Ясасане, я обещаю вам, это мое решение, это не решение, заявление. И в этой жизни, если вы не будете ждать следующей жизни, то если вы хотите в этой жизни достичь духовного мира, то продайте свою голову лотосным стопам чистого Гуру Вайшнава, не обманщика, а именно подлинным Гуру Вайшнавам. И если вы успешны в том, чтобы продать себя лотосным стопам Гуру и Вайшнавов, то тогда на 100% я могу сказать, что вы достигнете успеха в вашем баджане. Баджан — это не что иное, как анугатия, послушание, но кто совершает эту анугатию? Если какой-то этот... или линейка, которую можно измерить эту анугатию. Нет, Гуру Вайшнава они осознают, и согласно этому кто-то может понять, кто-то не может. Гуру Вайшнава они, когда проливают милость на кого-то, кто это, кто понимает, что тот человек получил милость, только они знают, и те Гуру Вайшнавы, которые даруют им милость, они тоже понимают это такое нечто конфиденциальное. Между ними посторонние люди не могут этого понять. А посторонние люди не могут понять. Только гуру может знать, и ученик тоже он получит силу, любовь Гуру Пад Падме. Тот ученик может почувствовать, и гуру, который дает милость, он тоже это почувствует. И когда Гурудев даже уходит, то ученик все равно будет чувствовать, что Гурудев с ним, как будто Гурудев всегда дает наставление, что совершай это вот или то служение. Почему у Гуру Вайшнавов так много, у них так есть, так много терпения есть совершать севу, а некоторым тяжело это делать. Как вот, Ну, Махараш, у него эти строгие правила. Если вот он говорит харикатху, например, после ачамана, то вот если там надо 3 часа говорить, то 3 часа говорит, ни капли воды не пьет, не ест ничего. И вот ачаман, если хотя бы частица еды остается на лице, то опять надо ачаман делать. Это уже неправильно ачаман. И вот чтобы все понять, надо глубоко
глубоко погрузиться в это. И вот я узнал от Гуру Махараджа, как следовать этим всем правилам и предписаниям Харикатха. Это значит, вы можете проверить меня, даже когда вы в храм заходите, чтобы поклоняться, то во время Харикатхи я должен поддерживать большую чистоту. И тогда такой поток Харикатхи, он снизойдет. И это такое условие очень сложно может быть, но все же. И вот сейчас концепция дхармы. Ямарадж, один из 12 махаджан. Почему Прохлад Махарадж, Махаджу, например, они все махаджаны, великие личности. И вот здесь говорится, что мы 12 махаджан, мы знаем сокровенную суть Бхагавад Дхармы. Мы 12, Ямарадж говорит, что мы 12 знаем сокровенную суть Бхагаватам. Это наивысшее, наисокровеннейшее. Гухьям Вишудхам, нет ничего более чистого, как Бхагавад Дхарма. Гухьям Вишудхам Дурбадьям. Сложно. Не так просто понять. Если вы будете думать своими мозгами, то вряд ли что-то поймете. Это очень такое сокровенное. И вот Прохлад Махарадж, он наш гуру, мы должны следовать Прохлад Махараджу. Да, но мы должны понять значение киртанов, которые даны Наротам Такурам. Наротам Такур, он говорит, мы должны решить, как совершать баджан согласно аналитическому, аналитическим советам прежних и настоящих махаджан. А если мы запутаемся, думаем, что почему мы следуем Бхактину Такуру, почему мы должны следовать Прохлад Махараджи, но люди не понимают, поскольку эти 12 махаджан, они все следуют Бхагавад Дхарме. Они все следуют Бхагавад Дхарме, но Бхагавад Дхарма, когда входит в это в нечто глубокое, то постепенно это более глубокое проявляется в форме Шилы Бхактинот Такура, Шилы Прабхупады, и вот Гурварга, Госвами Махараджи, и вот все остальные, они помогают нам. Я не оскорбляю Прохлад Махараджа, просто я говорю, что Шила Бхактинот Такура – это продолжение. Мы не можем просто взять и медитировать, как Прохлад Махарадж, или помнить, как он, нужно вот следовать наставлениям Шилы Бхактинот Такура. И вот мы должны принять помощь Прохлад Махараджа также. И это решение Нрисимхадева. И вот Нрисимхадев говорит, если кто-то спросит показать мне пример с моего преданного, то я скажу, вот Прохлад, смотрите, Прохлад. Там Нрисимха говорит, если кто-то спросит меня показать пример моего преданного, то вот смотрите, Прохлад Махарадж. Смотрите, мой Прохлад. Мадбхакто пратирупадрик. Это санскритское слово. Пратирупадрик значит, я показываю вам пример, точный пример. Посмотрите, Прохлад Махарадж. О, Прохлад, смотри, ты пример моей преданности. Если кто-то попросит показать пример, то я вот покажу тебя. Это Сиддханта Нрисимхадева, Верховного Господа, Бхагавана Нрисимхи. И вот мы должны следовать наши все предыдущие гуруаги. Это не значит, что мы... Но опять же, нельзя нарушать наставление Шрилы Бхактивинода Такура. Мы должны следовать вот прежние гурварги и настоящие.
поскольку настоящая гурвага, она в более тонкой, совершенной форме, более глубоко показывает нам, что Махапрабху хотел показать через Рай Рамананда Самвад, например, это цель Махапрабху. А с начала это начинается с самого этого, с глубины бхакти. И actually, that is why it is written that Jamaraj Maharaj speaking. И поэтому здесь написано, Ямарадж Махарадж говорит, это не сделано человеком. Не думайте, что кто-то сделал какую-то дхарму. В этом материальном мире, когда мы находим какую-то дхарму, какую-то исай-дхарму, христианскую дхарму или буддистскую, это все человека сделанное. Может, у них какая-то сила есть, но все же это человечье. И в Библии можно найти, что это Иисус говорит, что я Амритасья Путра, я сын этой нектарной личности. Он никогда не говорит, что я Бог, он говорит, что я сын Бога. И в Упанишадах то же самое говорится, Иисус не обманывает нас, он говорит согласно наставлениям, которые он получил от Верховного Господа, и поэтому нельзя обвинять его, он говорит согласно своему уровню все. И смотрите, и вот в Упанишадах можно найти Амритасья Путра. Такие слова. О, дети Амриты, почему вы не приходите ко мне? Почему не пытаетесь понять меня? Я решение всех ваших проблем. И хотя, смотрите, все дживатмы, они шакти. Мужчина и женщина — это грубое такое отождествление, что кто-то мужчина, кто-то женщина. Шрила Прабхупад говорит, все по природе шакти. Мы не можем всех причислять к кому-то, к мужчинам или к женщинам. Все существа, они души, они шакти. Они женские по своей природе. Но есть еще и Майвади, которые заявляют, что они среднего рода, что, но это неправильно все. И вот Muslim group and mother actually from this is the combination. So almost same. There they have the conception of the almost same. Almost same. Still some difference are there. Anyway, so и вот в христианстве, ну, христианство очень похоже вот на Упанишады. И вот Ямарадж пришел однажды в форме Видуры, и Видура, он так много дал нам. Ямарадж много дал нам, конечно, но когда он пришел еще раз в форме Видуры, он дал больше, поскольку Видура, он показал свою любовь и заботу к Верховному Господу и его преданным. Если кто-то любит Верховного Господа, но ненавидит его преданных, то это плохо, это не любовь, это неправильно, это не преданность. И Ямарадж говорит, никто не сделал это. Бхагавад-дхарма, она вечно присутствует. Навой значит нищитам эва, несомненно. Навой бидур ришайо. Ришайо ми. Ришайо.
Это множественное число. Те муни-риши, они также они растеряны, они, у них нет такого четкого представления, но все же с их точки зрения они говорят что-то, как что-то представляют. Не значит, что они совсем ничего не знают. Мы уважаем их, они даруют нам знания. Они не писатели, а дрошты, не шрошта, не шрошта, не создатели, а дрошта, видящие. То, что они увидели, мантру, которая приходит к ним, они запомнили и записали ее, это их. И поэтому Ришайо, они не написали Бхагаватам, а просто увидели и записали. И они тоже иногда в замешательстве находятся. Даже полубоги, если у полубогов было бы четкое представление о Бхагавадхарме, то почему Индра тогда совершил ошибку? Почему эти полубоги столько ошибок совершают, какие-то проблемы часто возникают? Но, по крайней мере, они, эти полубоги, они поддерживают Верховного Господа. И поэтому они тоже от Верховного Господа получают какое-то... Это, Верховный Господь, он любит их, а демоны, они не признают Верховного Господа. Ракшасы еще хуже. И таким образом, полубоги, у них есть уважение, такое благоговение перед Верховным Господом, но нельзя изучать Бхагавад-дхарму от Индры. Можно грамматику изучать, но поскольку тот от Брихаспати учился, у Брихаспати учился Дивья 12 лет, и Индра и то запутался. Это подобно океану, когда Брихаспати, он объяснял каждое слово санскритской грамматики, то это подобно океану. И когда Индра что-то изучил о Брахма-таттве, то он тоже был в запутанности, в замешательстве, но было какое-то знание у него, и потом по совету Гурудева он следовал каким-то строгим правилам и предписаниям, чтобы его ум достиг стабильности, и потом опять начал изучать и достиг успеха. Но Вирочан тоже учил все это, но наоборот все получилось, поскольку Чайтягуру его не поддерживал, и у него не было такого четкого представления обо всем. И таким образом, и вот что такое дхарма и адхарма, многие в замешательстве, что же делать. И поэтому мы не можем сказать то, что риши муни, они совершают ошибки, и мы можем их совершать. Мы не можем так думать. И плохо так думать, что если риши муни ошибаются, то и мы должны ошибаться. Это они ошибаются для того, чтобы явить лилу и дать нам пример. А если мы будем думать, что риши муни обусловленные души, то мы можем имитировать, это плохо. Но риши муни, они на пути нашего баджана, они ставят своим примером буквально мильные камни, указатели, что нужно делать, что не нужно. Как Вишвамитра, например, он с проблемой с Апсарой попал, Васиштха Муни еще в какую-то проблему попал, но все же они очень могущественны, их аскезы очень могущественны, что они могут стать успешными, несмотря на это, как Бхагаватам в Расалиле, в заключительной части, говорятся такие слова. И каково значение этих слов?
как в огне. Если мы кинем все в огонь, огонь это сожжет. Вы понимаете? И в заключении говорится, никто не хочет обсуждать это, поскольку это подобно таким изобличительным этим фактам. То есть люди, и вот некоторые такие проповедники пропускают важные темы, чтобы выставить себя как Рагануга Бхактами, но опять же, Рагануга Бхакти – это не вопрос проповеди. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом, никто не может проповедовать, это невозможно, это очень сокровенные. Те достойные личности, они могут это осознать. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Рагануга Бхаджан – это не вопрос проповеди. А те, кто заявляют, что могут научить нас Рагануга Бхаджану, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что такие люди – мошенники. Это говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, а не я. Я могу показать, где это описывается. И вот таким образом вся идея, все эти концепции, они целиком и полностью неправильные. И вот это все мисс-менеджмент такое, все такое, ну, неправильно, в общем, все происходит. Гораздо лучше, если мы в детстве я историю узнал и могу вспомнить о ней. И вот когда я вот в первый или второй класс ходил, там я узнал эту историю. Там это черепаха с кем-то сражалась, спор они затеяли. И вот, в общем, это там... Кто быстрее побежит? И вот они начали бежать, и вот черепаха еле-еле двигалась, а ее противник смеялся, убежал далеко и там отдохнуть решил. Думал, черепаха там пока дойдет, может тут поспать. И тем временем этот, вот не помню, как, не знаю это слово, но, в общем, этот противник черепахи, в общем, заснул, а черепаха обогнала и достигла цели. В итоге она победила это беговое соревнование. И вот в детстве я узнал, что тише едешь, дальше будешь. Это учение от, я услышал от моего школьного учителя. Что тише едешь, дальше будешь. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже говорит подобное, что нам не нужно спешить с какими-то возвышенными темами. Лучше вы следуйте этой процедуре, и постепенно, постепенному развитию, может, время это займет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур Бхаджан Рахаси пишет о многих вещах. И и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что пример приводит, что не все могут залезть на дерево, но стоя на земле могут ветви нагнуть, или, а точнее собрать плоды с земли. Но на земле, как правило, такие гнилые плоды, которые сами падают. Ну, и спелые могут быть тоже, но в основном нехорошие. И тот, кто не может залезть на дерево, пытается как-то трясти дерево или за ветки тянуть, но лучше залезть как-то на дерево и там хорошие фрукты собрать. Ну и это пример с Рагануга Бхаджаном, то есть если кто-то не может залезть на дерево, как-то это имитирует, пытается с пола собирать плоды или за ветки тянуть, то это ничего хорошего из себя не представляет. И вот то, что говорит Ямарадж, мы должны понять.
И вот Ямарадж говорит, что Dharmam to Shakshat Bhagavat Pranitam, it is given by. So, if you cannot understand the meaning of this Bhagavad Dharma, если мы не сможем понять значение Бхагавад Дхармы и глубинный смысл Бхагавад Дхармы, это Сиддханта Махапрабху. И вот Сиддханта Махапрабху в том, что и вот это, это заключение Шрила Бхактивинода Такура и Шрилы Прабхупады, то, что говорит Махапрабху. Тот путь, которому Враджаваси, Враджагопи, они служат Верховному Господу и таким образом. Вот, и вот этот Рай Рамананда Самвата, он открывает то же самое в глубине. И вот цель этого Гопи Према, Рада Према, это наивысшая Махабава. И мы уже знаем, что это девиз, этот план Махапрабху, как достичь успеха в Гаудия Бхаджане. И те, кто могут войти на путь Гауди Бхаджана с любой части мира, с любой, те, кто заинтересованы вступить на путь Бхагавад Дхармы, поскольку Бхагавад Дхарма – это Атма Дхарма, независимости от происхождения, убеждений и прочих вещей. Те, кто заинтересован, они все дозволены. И вот в Рай Рамананде Самвате говорит, все это говорится Махапрабху, открывает все секреты, что такое Рага Нуга Бхакти, Рупа Нуга Бхакти, все это детально можно понять. И вот в начале говорится, те муни и риши, полубоги, полубоги, они тоже не знают, они в замешательстве. Я уже сказал, что если кто-то заявляет, что риши муни совершают ошибку, но это неправильно, поскольку риши муни, они просто показывают, как не нужно делать. Вот в Нити Шастра говорится, мунинам ча випрамаха. А какие-то люди могут подумать, что если риши муни совершают ошибки, то и нам можно, но нет, это нужно понимать, что они показывают своим примером, что не нужно сделать, хотя они вот совершают ошибки, но показать их плохие последствия. А если мы будем думать, что если они ошибаются, то и нам можно, то успеха мы в баджане никогда не достигнем. So that we can have our clear guidance. Vishwamitra Muni making, oh my God. So in this situation, I'll have to take this kind of decision. All in the way of, you know, and all already told in Rasa Lila, last chapter it is written. И вот в последней главе Раса Лилы говорится так, что если Дурваса совершает ошибку, мы не можем делать это, поскольку Дурваса может восстановиться после этой своей ошибки. Благодаря своей йогической силе Сабари Риши тоже совершил ошибку, но она может восстановиться. И Вишвамитра Муни, Васишта Муни, в различных Пуранах Махабхараты можно найти, что вот кто-то совершает ошибку, но нельзя вот это все принимать так, что и нам можно делать. Они просто показывают, что не нужно делать своим примером. И показывают такие плачевные примеры, они подобны мильным камням, указателям, что произойдет. Because our life is so short, so short.
Наша жизнь очень коротка, если мы совершим какую-то ошибку в нашей жизни, то восстановить это все мы не сможем. Как если один саньяси или ачарья совершает какую-то роковую ошибку, то он должен оставить свою саньясу, а положение ачарьи, но кто думает об этом? Все думают, что все они цари в своем царстве. Сейчас нет живых Госвами, Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Такура. Кто же накажет нас и покажет, что есть что? So they let them do whatever they like. I'm going to speak Harikatha. I have no time to fight with them. Иногда, если кто-то показывает на такие явные ошибки, то какие-то люди могут возмущаться или объединиться, чтобы такого, кто говорит правду, как-то заставить замолчать. И вот я говорю истину под именем Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, под именем Гуру Махараджа и Нитьянанды Прабху. Я пытаюсь что-то сделать. Я знаю, я, может, не совсем достоин, но я пытаюсь сделать лучшее, что можно для вас. По крайней мере, я пытаюсь. Это может сложно, но все же я пытаюсь что-то сделать. И вот риши муни, они являют нам такой пример, что на каждый момент мы можем... Мы должны быть очень осторожны, и также я сказал. Что вот такие риши, как Васишта, он мог умереть и оставить свое тело, родиться в чреве Виминаки опять, но не каждый может. И, то есть они могут восстановить последствия этой ошибки внешне. Но мы должны помнить, что мы обусловлены душой, жизнь очень коротка, и если мы совершим ошибку, то времени восстановиться не будет. Я уже говорил о том, каковы сокровенные обязанности Вишвеша Раджа Сабхи. И сейчас, что происходит под именем Вишвеша Раджа Сабхи, тоже нужно помнить. Никто не может обмануть меня, и поэтому многие гневаются. Хотя я вроде ничего не делаю, но почему кто-то гневается? Вот одна причина. Я сидя на Вьясасане, говорю об этой Сиддханте. Единственная причина, что они не могут одурачить меня, и поэтому они гневаются. Если они смогли бы одурачить меня, они бы не беспокоились. И это вот единственная причина. Ничего другого нет. By the desire of Nityananda, really my, but still they are, and I know. Then the only reason that they cannot make fool of me. I get some inspiration from her, inside her, that you will have to do this way. Я получаю вдохновение сердца, что делать то или иное, и какие-то люди, они возмущаются, но я не знаю, кто вдохновляет меня делать то или иное. И вот сейчас, я надеюсь, мы поняли, что и те, кто сиддхи, достигли различных йогических совершенств, или эти асуры, мануши. Что говорить о тех видядхарах, которые живут на небесных планетах, те полубоги.
на Питри Локи, Гандхарва Локи и прочих. И вот где находятся Риши Муни, там различные на Тапалуки, Джаналуки, и кто где находится, на Сатилуки, кто живет. И вот, и, ну смотрите, здесь Сакшат Ямарадж Махарадж, он наш гуру, он один из 12 махаджан. Когда мы совершаем вайшнава хому ягью, мы должны предложить что-то ему. И имеется в виду 12 махаджанам всем. В их число входит Ямарадж. И вот когда мы ягью совершаем, можно видеть везде 12 горшков с просадами, прочими подношениями, и когда предлагают, то предлагают вот что-то всегда этим 12 махаджанам. И что странного, у них есть их положение, и те, кто на Тапалоке находятся, те риши, они плачут, видя такое плачевное, болезненное состояние душ в этом материальном мире. Иногда они плачут. Понимаете, о чем я говорю? И таким образом, это уже Бхагавад-дхарма, она вездесущая, представлена Верховным Господом, и сама дхарма, что такое дхарма, это сакшат, Бхагавад-пранитам, и дхарма-мулам, Верховный Господь, Он все и вся. Куто ну виддадру чарнадайо кьятам дармам тушакшад бхагават пранитам на вай видуррасайо напи дева на сиддха мукшаха сура манушаха куто ну виддадру чарнадайо. Who can say that I know Bhagavad Dharma? No. So, кто может сказать, что он знает Бхагавад-дхарму? Это Ямарадж Махарадж говорит, что мы 12, мы знаем эту Бхагавад-дхарму. Он перечисляет их. И вот узнав Бхагавад-дхарму, мы обретем амриту не перед этим, а после. И без основы, без представления о Бхагавад-дхарме, как кто-то может достичь этого уровня, в этом главный вопрос. Не поняв, что такое Бхагавад-дхарма, не все понимают, и как они могут достичь того уровня. Это невозможно для них. И таким образом мы знаем, до того уровня мы должны следовать нашей свадхарме. Значит, это варнашам дхарма в данном случае. И вот согласно нашей гуне, природе, качествам и всему остальному, и праву, мы должны совершать свои обязанности. Как пока мы не достигнем уровня непривязанности, мы должны следовать этому, если кто-то обманывает вас, то в этом проблема. И вот Сиддханта Бхагаватам в том, что Матката Саванадоу Басвадда Яван Ноджаяте.
So long as they are not going to grow interest for my Harinam, Katha, Kirtan, пока мы не развиваем интереса к Харинаму и воспеванию славы имени Верховного Господа, то для людей лучше следовать своему постепенному пути развития. Кто-то заявляет, что может принять варнапрастху или саньясу, но никто не спрашивает, зачем. Если посмотреть на последствия всего этого, то очень плохо. Как можно видеть, что кто-то, кому-то там лет 20, чтобы стать знаменитым, получает саньясу от какого-то человека. И и вот те, кто хотят принять саньясу, как правило, такие люди, они недостойны, поскольку вначале нужно себе проповедовать, а если просто принимают саньясу, чтобы поехать на Запад, то это глупо. Шрила Бхактивинода Тхакура никуда не ездил, но его проповедь, смотрите, он лучший из проповедников. So tavat karmani kurvito non nirvedyato yavat, so long as you are not going to grow your detachment from material things, you have to do your action. You can go on following your. Пока вы не разовьете полную непривязанность ко всему материальному, то следуйте, исполняйте свой долг, как предписано в шастрах. Это не значит, что кшатри может все оставить, стать браманом, но когда он разовьет непривязанность, отречение, то он может получить милость от гуру вайшнавов, и тогда он может принять параматмик брахманьятью, такой духовный брахманизм. По рождению он может... никто по рождению не может заявлять, что он браман, это невозможно. Это не правило, но сейчас, к сожалению, много глупых людей, которые заявляют, что я там Бхаттачарья, поэтому браман или мукерджи какой-то, тоже браман. Хотя это нет такого правила ни в каких писаниях, это целиком и полностью неправильно. Браман – это по качествам определяется, а не по рождению. Пока кто-то не разовьет свое влечение к Харикатхе, к Харинаму, к служению Верховному Господу. У них, они должны до этого момента следовать своему пути, своей дхарме, исполнять свои обязанности. И вот обусловленная душа, как она может развиться? Рай Махашо и Рай Рамананда, они показали это. И очень хорошо следовать каким-то обычным практикам. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в одном из киртанов. И Прахлад Махарадж то же самое говорит, что Бхактивинода Тхакура, если какой-то слепец хочет, ожидает получить руководство от какого-то другого слепца, то в итоге они оба упадут. Если один слепец под именем духовного улучшения дикши зависит от другого слепца, то в итоге оба в яму падают. И, то есть, если один взяточник полагается на другого взяточника, то в итоге все плохо. Как Прахлад Махарадж говорит, один слепец не может ожидать, не может получить должное руководство от другого слепца. Хотя ожидать может, но получить нет. И таким образом, те, кто следует этому слепцу, они в итоге умирают. И какое решение может быть? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что если наши глаза полностью слепы, ослеплены этим,
and all inside your ear, all the particles are now stone, these they all coming. Sand, everything. Этим ветром с песком. И вот Шрила Бхактисиддханта такого, пример такой приводит, что если наше видение осквернено желанием наслаждений материи, влечением к материи, если это все внутри нашего ума и тела, поэтому я начал, когда наш ум осквернен, как мы можем ожидать что-то, когда наш ум осквернен, мы можем, не можем ожидать должного руководства, мы должны исправить наш ум и сердце с помощью процедуры Чито Дарпана Марджанам. И смотрите, Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, Махарадж, его видение, его глаза полностью неправильно, он не может видеть, поскольку только материя и материя в его сознании, материя не может явить что-то антиматериальное, имеется в виду трансцендентное. И эти ученые говорят, и вот говорят, что если есть материя, то и антиматерия должна быть. Может, сейчас мы не можем это найти, но должно быть, несомненно. И это антиматерия — это нечто духовное. Но не все, далеко не все это понимают. И вот Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, by the dust particle sand, you know, if your eyes is totally blind at present, you cannot see anything. Then how he can see Paratattva? Если мы сейчас, наши глаза слепы, то как мы можем видеть Парататтву, если она находится здесь, а находится там, а мы здесь, и находясь на этом материальном уровне, и будучи занятыми этими материальными вещами, как мы можем осознать, что случается там, на Вайкунтхе? Как это возможно? Как такой человек может осознать Парататтву? Кто-то делает вид, что он проповедник, но это не так, и пытает. Но опять же, и вот подлинный проповедник и обманщик, они одновременно не могут быть. Вот на английском этот обманщик и проповедник звучат очень похоже. И вот изучая Рай-Рамананда Самвад, можно обнаружить, что там есть. И вот Шримад Бхагаватам в 11-й песне можно найти. 11-я песня, она очень важна. Настолько важна, что Шрила Прабхупад говорит, если у вас нет возможности 10-ю часть Бхагаватам изучить, то 11-ю, если изучите, то все равно вы достигнете некой осязаемой цели. А если вы 10-ю песню изучите и избежите 11-ю и 12-ю, то может несварение у вас возникнуть. Понимаете? И вот мы все страдаем от такого несварения, едим какие-то слишком вещи, которые не можем переварить, и что запрещено для нас, поскольку мы не можем это переварить, и в итоге страдаем от такого несварения. Шрила Прабхупад говорит, если вы будете изучать 11-ю, 12-ю песни Шримад Бхагаватам, это очень хорошо, вы разовьете непривязанность. Но если будете изучать только 10-ю песню и не будете изучать 11-ю, 12-ю после этого, то будете страдать от несварения, и это может стать причиной вашей смерти. И вот из 11-й песни я покажу несколько точек, несколько вещей, о чем говорил Шрила Прабхупад. Я в предыдущей шлоке уже говорил.
И так или иначе, я не буду беспокоить эту систему, которую основал Верховный Господь. И вот эту систему варн-яшрамов я не буду нарушать. Я думаю, она хороша для обычных людей, но в итоге Сиддханта в 11 главе такова. Тато бхайето ман притаха сраддхалор диронисчаяхо джишо манасча тану камано дукча дарканасча гархаян. Follow what I say. Try to understand. Those who are going, they are sraddha. Yato sraddha. И вот пытайтесь понять те, кто развивают свою веру. Сраддха сабде кахе им чайтана чатавито. В читании Чайтамрите говорится. What is the Sudhirana ever total? No, final Siddhanta. И вот здесь заключительный Сиддханта в том, что если мы совершаем Кришна Баджан, мы обретем все. Нам не нужно зависеть от чего-то, следовать чему-то еще. 100% faith in the way of Krishna Bhajan. 100%. No doubt. Oh, I can be something. No, not that. Shraddha sabde kahe sudhira vishwas. Krishna bhakti kahe. If I do Krishna bhakti, then. И вот если мы совершаем Кришна баджан, мы можем обрести все. Нет никакого недостатка в этом. Jato nirvinnaha sarva karmasu. He is developing shraddha. Jato suddho. Developing shraddha gradually. Mat kathasu. All my. Итак, постепенно мы должны развивать шрадху, веру и вся. И когда вот нам надоест все материальное, все материальные наслаждения, все карма, любая карма нанесет последствия за собой. Каждая карма она несет противоположный результат. Как Ньютон говорит, на каждое действие есть свое противодействие. И это действительно так. И вот. Когда мы развиваем шрадху, интерес. Nirvana sarva, I am foolish. Still today I can avoid my attachment for this, but still I am enjoying Harikatha. I am feeling some faith, you know, growing some faith. He can understand the way I am leading my life, it is going to give my pain. This kind of material things can surely give me pain. Bedo dukshatmakano kamano parityage abhyanish. That's what you do. И вот, когда человек осознает, что материальное оно не приносит никакого счастья, но все же все равно он пытается, потом он уже, когда он осознает, что материальное не приносит никакого счастья, он будет пытаться делать что-то духовное. И вот. У человека может быть какое-то материальное настроение, но все же он может развивать нечто хорошее внутри своего сердца, может он еще не может полностью отказаться от всего материального, но может пытаться. И вот Бхагаван говорит. Постепенно, несомненно, он, поскольку это обет Верховного Господа, что те, кто следует Бхагавад-дхарме, если они совершают какую-либо ошибку, все же они не будут наказаны. Но это не значит, что каждый день можно совершать ошибки. Нет. Таким образом, если так делать, можно стать пашандой, бессердечным. Конечно, иногда, если кто-то слаб, пытается делать все, что может, может не столь успешен, но все же
пытается следовать духовным принципам и всему остальному. И таким образом, если они пытаются совершать баджан мне с любовью, заботой, по крайней мере, с какой-то решимостью, И вот Махарадж будет говорить о нисчаятхика будхи. Это очень важное на нашем пути. И вот здесь слово «гархаян» значит ну, в общем, когда человек присыщается всем этим материальным и уже надоел, присыщен этому, если есть такая подлинность, то сегодня или завтра он разовьет отрешенность, которая поможет ему следовать юктавайраги, которая есть единственная юктавайраги, единственный правильный вид отречения. И Шрила Прабхупад много раз говорил, что я не... То есть, если кто-то ненавидит материю, это тоже плохо. У нас не должно быть ненависти. Это чувство ненависти очень плохо. И чрезмерная привязанность тоже плохо. И очень хорошо все, и все, что приходит к нам, и все, кто приходит к нам, это наша обязанность занять их в Кришна-саве. Мы должны занять их в Кришна-саве. Это зовется юкта-вайраги. Все, что приходит. И все, что приходит в нашу жизнь, но деньги, если мы слишком привязаны к деньгам, но Шрила Прабхупад говорит, что слишком много денег – это плохо, поскольку если слишком много денег, они испортят нашу жизнь, и нужно вот зависеть от Бхагавана. Можно вспомнить, вначале я говорил об этом, это очень обширная тема. I can give direct example, you know, from the life of Рай Рамананды. Я пример могу привести из жизни Рай Рамананды, когда Рай Махашой в Видьянагаре Махапрабху на пути в Южную Индию встретился с ним, вот они обсудили этот Рай Рамананда Самвад, и находясь под влиянием этой беседы даже камни могут расплавиться, но мое сердце как камень. И Вишванат Чакраварти, он так много определений дает. Иногда, если и вот если это пыль, покрытие или покрытие воды с грязью, иногда слой железа, или нечто крепкого ваджра. И вот на Бенгале говорится, дулилеп, вот это Вишванат Чакраварти Пад описывает, что есть различные покрытия, которые не позволят нам стать успешными, вот эти перечисленные. Можно вспомнить та шлока, с которой я начал. В ней говорится, что когда Рай Махашой, когда
Он встретился с Махапрабху, это все сделал Верховный Господь, и когда Махапрабху пошел в Южную Индию, то там Махапрабху сказал, он предостерег Рай Махаше: «О, Рай, я хочу находиться с тобой всю жизнь. Можешь ли ты сделать так? Я хочу находиться с тобой остаток моей жизни». И Махапрабху Бхагаван говорит, это не что-то обычное. Верховный Господь говорит, он ожидает сатсанги. И что же за сатсангу вы обретаете в вашей области, что у вас есть такое плохое представление? Я спрашиваю, что за сатсанга же у вас там? Сатсанги есть, магическое влияние, оно может изменить нашу жизнь. Кто-то пытается что-то делать и не получается. Если мы пытаемся, Бхагаван разве не поможет нам? Может ли это случиться? Это невозможно. И вот смотрите, когда Рай Махашой, перед Рай Махашой Махапрабху говорит: «О, хорошо, я сейчас в Южную Индию отправляюсь, когда вернусь, я возьму тебя с собой и мы пойдем в Нилачаладхаму и будем там находиться, слушать, обсуждать Харикатху». Рай Махашой сказал: «О, Прабху, я хочу у царя спросить». Ну, спроси. Или и я тоже хочу находиться с тобой, если приходится бросить работу, и вот вернусь, и все равно пойду к тебе. И вот Махапрабху, когда назад шел, он сказал: «Пойдем этому Рай Рамананди». Он относился к Рай Махашой как к своему другу. Сказал, что мы пойдем и будем жить в Нилачале, обсуждать Харикатху, принимать прекрасный прасад, и иди со мной. И вот Рай Махашой сказал: «О, Прабху, иди сначала вперед, я у царя должен спросить. И если я пойду, все лошади, повозки, охранники тоже пойдут, поэтому ты саньяси, тебе как неприлично так ходить, лучше иди вперед, а я вскоре приду, что так, да, я обещаю». И вот Махапрабху вернулся в Нилачала Кшетро, и все преданные, они были подобны мертвым от боли разлуки. И вот сейчас, когда Махапрабху пришел, они все ожили, это не шутки. Это огромная любовь, если вы почувствуете Гуру Вайшнавам и Бхагавану. И вот эта сиддханта, в этой жизни вы можете стать успешными. Когда вы видите Вайшнава, вы должны быть очень счастливы, подобно тому, как вы обрели Вайкунтху. И тогда ваши радостные действия могут доказать это. Я был глуп, когда я был недостоин, когда я совершал ошибок, я не мог понимать это, я не какой-то этот лингвист или философ, но Гуру Махарадж очень сладко объяснял мне, когда я в Калькутту ездил, мог жить неделю в Гауде, в читании Гауде Матхи, вот это служение с публикациями очень сложно. Потом, когда я приезжал к Гуру Махараджу, и вот я приезжал с Калькутты, сразу бежал к Гуру Махараджу, Гуру Махарадж издалека видел меня и радовался. Он чувствовал мое сердце, хотя я ошибки какие-то мог совершать, но Гуру Махарадж все равно вдохновлял меня. Он мог уже в постельном режиме быть, но радовался, буквально танцевал. И вот такое огромное, я не могу объяснить его чувства, это не вопрос объяснения, за пределами объяснения это все. И вот сейчас я хочу прямой пример привести, когда мы полностью посвятили себя Верховному Господу, когда мы можем сказать, что «Я твой». Никто будет вести нас. Все по воле Верховного Господа происходит. Все книги печатаются, напечатаны за сотни тысяч рупий. Откуда это все приходит, я не могу
сказать, откуда это пришло, как то построилось, как это автоматически происходит. И вот Рай Махашой пришел в Нилачалдам и вот этот он работал Чайтанна Махапрабху. В общем, этот Рай Рамананда отпросился у царя, чтобы служить Шри Чайтанья Махапрабху. А царь сказал, что нет, ты иди и служи. Позволяю тебя, служи лотосным стопам Шри Чайтанья Дева. Я не столь удачлив, а ты столь удачлив, что Махапрабху хочет, чтобы ты быть с ним, но меня он не хочет даже видеть, поскольку я царь. Насчет зарплаты, не волнуйся, буду платить тебе зарплату, работать тебе не надо. А ты иди служи лотосным стопам Гуранги, я позабочусь о тебе, я буду платить зарплату тебе, не беспокойся. И вот смотрите, какова магия Бхагаватсева. Он не мог поверить. И еще один пример я могу привести. Ванинат. Он младший брат Рамананды, Рай Махашая, он ошибку совершил. Но эта ошибка не столь скверна, поскольку царь, он деньги ему оставил, а тому надо было лошадь на рынке купить и отправить царю. Но тот был занят Гуру Вайшнава Севой, деньги потратил, и царь спросил, где же деньги, а тот сказал, потратил, как потратил. Государственные деньги, давай возвращай. И царь, сын царя, разгневался, поймал этого Ванинатха и связал его и хотел, в общем, скинуть его с горы какой-то, чтобы наказать. И люди пришли к Шри Чайтанье Махапрабху. О, Прабху, Прабху, что случилось? Прабху в Гамбхире, Ванинат, охочет царя его это, ну, в общем, казнить. А что случилось? А что он государственные деньги потратил, сейчас вернуть не может, и вот поэтому... А Махапрабху сказал, правильно, зачем он эти деньги государственные потратил? А то все сказали, что у правительства и так все воруют, кому не лень, чего его поймали-то? И impossible, but politics was there. Politics inside politics, you try to understand. Politics entire inside politics, dirty politics. Then India was divided this way. И вот Индию, в общем, даже как-то разделили, хотя вопрос разделения не было никогда, но так получилось. Но Махапрабху говорит, что king going to give punishment. И вот царь, ну, правильно его наказывает, зачем он правительственные деньги потратил, и что теперь делать? О, Прабху, спасти его, как я могу спасти? И вот царь наказывает его, а я что могу сделать? И вот они опять пришли и сказали, о, Махапрабху, спасите его. Его казнить хотят, а что делать? Вы мне тут страдать заставляете, я тут
саньяси без копейки денег, что я буду делать, сколько он там потратил, я, у меня ни копейки нет, нет права у меня даже думать об этом, вы меня тут беспокоите. И после этого, что случилось? В итоге освободили его. И какая-то группа пришла, что царь пришел и освободил его. А почему? Царь сказал, что я и прощаю тебя. И Махапрабху, сам Махапрабху в форме Параматмы. И как это возможно, что царь пришел, а сказал, что я не знал, что сын мой казнить тебя хотел. Давай отпускай, освобождайте его. В общем, этого преданного освободили, и Махапрабху сказал, хорошо, что он там делал, когда его хотели казнить, то... А что делал Ванинат? Он был связан, но все же он Харинам повторял. А ногтем как-то отмечал где-то, сколько там повторил. И вот я думаю, это Харинам Прабху, я думаю, спас его. Ну смотрите, Махапрабху спас его, но явил такую лилу, как будто он ничего не делал. А почему пример этот привожу? Поскольку Ванинатх, он полностью посвятил свою жизнь Гуранге, может... Внешне что-то неправильное сделал, деньги государственные потратил, но опять же, потратил на хорошее дело ради Гуру Вайшнава. И у нас нет права тратить государственные деньги. Вот Махапрабху дал такой пример, что нехорошо так сделать, и это оскорбительно. Царь его накажет, а что делать? Вот, и в итоге, что мы извлекаем из этого урока? И вот когда мы в опасности, мы тоже должны думать о Гуранге Махапрабху, о Нитьянанде, и они спасут нас. Пари упасате. Это не шутки. Ананья значит на анья, нет ничего второго. Без второй мысли. Только мы должны думать о Верховном Господе. А пари упасате значит, это подобно как упасарга, значит, если вот Махарадж рассказал в прошлый раз, что вот из санскритской грамматики, что если перед каким-то словом префикс поставить определенный, то этот префикс меняет, усиливает или уменьшает значение слова. И вот это слово значит не просто упасана какая-то, а парджупасана, ну просто такое поклонение. И вот парджупасана это нечто другое, кто-то поклоняется. А если кто-то поклоняется, чтобы просто избавиться от своих обязанностей, то это совсем не то. Те, кто видели, как поклоняется Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они могут сойти с ума. Как он поклоняется, с каким великолепием это арачана или служение в самом Йога-Питхе, которое совершают Сакхи-Маджари. Это разарчана, это невозможно, это необычная арчана. И вот какое настроение я видел, с каким
чувством гурудев поклонялся, я никогда не могу, не смогу забыть. Без... А какие-то глупые люди оскорбляли его, что вот он, конечно, тикари, какой-то арчаны занимается, но этот человек, глупец, не понимает настроения Махапуруша, Махаджана. И вот когда он совершал арчану, и вот это называется пари-упасате, упасана. Это поклонение, но вот это упасана, это упа-асана, это глубинное значение. Если вы находитесь перед Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, то это слово применимо. И если мы разделим это слово упа и асана, упа асана, упо плюс асана, упасана, упасана, it means Бхагават самипе, in front of Бхагаван, и вот перед Бхагаваном, перед Гуру Вайшнавами. И вот, вот это слово значит те, кто находится передо мной, они не вне моего видения, те, кто садятся перед, сразу перед, перед Верховным Господом, чтобы они могли видеть Его. И это основа всего Гауди Вичара, Гауди Даршана. И вот Дива Чакшурата там, те, кто всегда ходят, они или в одном месте находятся, они всегда видят, созерцают Верховного Господа. То есть, подлинные арчаны — это не просто поклонение с утра, а такое поклонение с сердцем и душой непрерывно всегда. То, что мы никогда не можем забыть Гуру Вайшнавов и Бхагавана, это Парадж Упасате называется. И для них, не для нас с вами, а для них. И вот перед Юктанам есть другой префикс – Абишта. Не то, что я… Как... И вот здесь каждое слово имеет огромное значение. И вот, вот это слово Абхи, Абхи Юктанам, тот путь, что я защищаю его. И вот таким образом Ванинат был защищен Верховным Господом, его помиловали. И много примеров я могу привести, но времени мало. Банду Махатма, Банду Маханта из Нилачал Кшетры, сам Джаганатх, он взял свою золотую тарелку. И золотой стакан, с которого Джаганатх принимал прасад, и это свой прасад, этот Джаганатх отнес Банду Маханте. Тот постился долгое время, плакал, и он имел огромную любовь к Джаганатху, но Джаганатх украл свою тарелку, и потеряли тарелку, всех на уши поставили, куда тарелка пропала, столь дорогая тарелка. Царь накажет нас, куда эта тарелка пропала. Вот начали стрелки переводить на всех, но тарелку не нашли. И, тем, и в то время Джаганат пришел к этому Банду Маханте и сказал, что ты постишься, вот я принес тебе просад.
тарелку оставь себе, я заберу попозже. И вот Джаганат так ушел, и все люди искали, искали, и тут обнаружили эту тарелку у него. Поймали его, арестовали, в тюрьму посадили. И Джаганат был очень гневен. И он явил такие красные глаза. Явился с такими красными глазами царю, сказал: «Вставай, тут преданного моего в тюрьму посадили, зачем? Давай, освобождайте, иначе накажу всех». И вот царь, он встал, поклонился этому, нашел этого Бонду Маханти, сказал, что Джагна тут очень зол, что мы тебя в тюрьму посадили, и вот. И таким образом все проблемы, они кончились. Джаганат, то же самое случилось в нашем Севете с Гангаматой Такурани. Она ночью оказалась внутри храма Джаганатха, в храме Джаганатха, а там ночью нельзя никому находиться. С самого начала, и в итоге, так или иначе, она как-то там оказалась. Она хотела принять омовение в Ганге, и в день Ганга-пуджи решила на Бенгал съездить и омыться в Ганге и вернуться, но Джаганат не позволил ей. «Зачем ты поедешь отсюда, оставив меня? Смотри, я здесь рядом с твоим баджан-кутиром, где? Вот здесь Шветаганга. Я здесь. Рядом Ганга, олицетворенная Ганга явилась она явилась на крокодиле приехала. И вот она подумала, что раз Ганга здесь, зачем мне куда-то в Бенгал ехать? И там такой поток Ганги. А она хотела принять омовение, но там слишком много Ганги появилось, она ее унесла в храм Джаганатха. И вот с утра проснулась, смотрит, тут орут: «Вор, держите вора». В общем, ее за вора приняли, и в итоге по указанию Джаганатха ее освободили. И Гангамата Такурани до сегодняшнего дня с храма Джаганатха ей носит прасад каждый день. И кто же может избежать этого, когда Джаганатх там, даже когда Пундарик Видьянитхи, он, Джаганатх Баларама, они ударили его. И тот сказал: «Все, что делают мои севаки, пускай они делают, не нужно возмущаться». Как вот в Раджавасе предлагают Кришне еду без всяких туласи и прочих мантр, и Санатан Гасай даже подумал, что ж они тут делают. А еще там жена Чубега, она тут зубы чистила палкой Нимая. Тут Мадан Махан говорит: «Я очень голоден, давай быстрее, ты тут как корми меня. Как я тут готовлю, подожди, нет, не могу ждать». И что случилось с этой палкой? С этой, зубы чистят этой палкой, палочка Нима обычная. Ну, в общем, в таком нечистом виде она готовила кичи Мадан Махану. И Пундарик Видьянитхи тоже, когда подумал, что тут эти панды как попало служат, хотя бы одежду вы постирали перед тем, как подносить, то Джаганатх разозлился на него. И вот если мы совершаем какой-то баджан из-за страха, что после смерти куда мы там попадем, лучше то или все сделать, это не баджан. Такой баджан Джаганатх не ожидает от кого-то.
Я вот вчера говорил о Кармарпоне, Варнашамдарме, автор. Ну, то есть вот на пути вот этих, на всех этих путях может быть какое-то осквернение. Оно очень вероятно, особенно если кто-то из страха совершает баджан из долга, из чувства долга, но Бхагаван хочет чистой любви, а не такого служения из-под палки. Мы должны любить Джаганатха сердцем, и Махапрабху хотел показать это, то, что в Раджавасе, в Раджагопе делают, это процедура наивысшая цель Раманада Самвата. Мы должны это полностью понять, иначе мы запутаемся. Только если мы будем читать, то кто-то вот не находит всего того, о чем я говорю. Я говорю благодаря вдохновению Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Наям жано ме сукодукша хету на девататма грохо карма калаха манаха парам каранам мамананти сансара чакрам парибартаед жат. Ванчакалпа дурасике пасинду вепеча. Патитанам Павана Бхавишна Бьо Намо.